К слову о внешних угрозах, которые стоят перед российским обществом. Сегодня в Ростове вынесли приговор организаторам Ставропольской ячейки запрещенной в России группировки ИГИЛ. 2 года назад они смогли убедить несколько человек уехать через Турцию в Сирию и выступить там в формировании боевиков. По делу проходило 6 человек. 3 из них, в том числе лидер Султан Яхьяев, бывшие студенты Ставропольского медицинского университета. При обысках у них нашли 2 пистолета, револьвер, патроны, гранаты и самодельное взрывное устройство. Приговор огласил Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Пособники террористов получили от 5 до 7 лет колонии общего режима.